Ночь с 8 на 9 декабря Калининский район города Донецка подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Один из снарядов прилетел вот сюда, ударился в парапет, осколки ушли в здание и пострадали частные дома метров 100 отсюда. Можно предположительно направление полета снаряда было вон оттуда, как раз где находятся пески, отсюда до песок километра 12. По найденному осколку видно, что скорее всего это была гаубица Д-30. Этот дом находится в 100 метрах от эпицентра взрыва. Осколки прилетели сюда, пробили раму, выбили окна. Очередное попадание. Как видим, направление то же самое. Пострадали ближайшие дома. Женщина, находившаяся на момент попадания в квартире, получила легкие ранения, ее посекло стеклами. Ну, слава богу, никто не погиб. Вот воронка от очередного четвертого снаряда, который нам удалось найти в этом микрорайоне. Снаряд пошел в землю. Это все вокруг посекло осколками. В ближайших домах у женщины после взрыва случился сердечный приступ. Она скончалась.